сосать. Москва. Александровский сад. 13 мая 1876 года. Сударыня, говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны? Позвольте же запечатлеть на вашем невинном челе еще более невинный, совершенно братский поцелуй. Немедленно убирайтесь вон, вы сумасшедший! Меня отвергают. Так стоит ли после этого жить? На удачу! Глава первая, в которой возникает сутулый скубент. Дело самоубийцы Кокорина! Так, застрелившийся в парке Петр Александрович Кокорин. Сын покойного Александра Артамоновича. Уж богатейший был человек. 3 года как приставился. Все сыну отписал. Жил бы себе студент. Чего не хватало-то? Зачем застрелился? Вот ваш-то батюшка, поди, кроме векселей, ничего не оставил-то, да, Фондорин? Что ж, случай очевидный. Застрелился на глазах у свидетелей девицы Елизаветы Эверт Колокольцевой, 17 лет, и ее служанки немки, 48 лет. В барабане одна стрельная гильза. Прочие гнезда пусты. В кармане предсмертная записка возмутительного содержания и духовная. Душеприказчиком назначен студент Николай Ахтырцев. Хе, вот вам и истинная причина столь глупой смерти. Скучно. Все одно и то же. И нет ничего нового на свете. Все беды из-за женщин. Да что они там? Все с ума посходили! Донесение из первого участка Рогожинской части. В час дня некий Кукин наблюдал, как студент, залезший на тумбу Яузского моста, пытался застрелиться. Ты погляди! Что это за ритуал-то такой? Уж не тайна ли сообщество самоубийц? Какое там сообщество? Это все был наш несчастный студент Кокорин. Вот Малый Яузский мост. Отсюда он пошел Яузской улицей. Где-то час болтался, потом двинул в сторону Кремля. К 3 часу дошел до Александровского сада. Просто перед смертью решил себе нервы пощекотать. Засунул патрон в барабан, покрутил и судьбу испытывать. Ксаверий Феофилактович, вы настоящий аналитический талант. Я так и вижу, как все это было. Да вот только Кукин в донесении с первого участка сказал, что на мосту был именно студент. Ну? Так как он распознал в Кокорине студента? Был наш самоубийца в сюртуке и шляпе. Да болван ваш Кукин! Увидел, что молодой в статском. Вот и подумал, что студент. Неплохо бы его получше расспросить. Вам, Ксаверий Феофилактович, не к лицу, конечно. А вот мне занятие найдется. Нечто мы студента не распознаем. Как и есть студент по всей форме. Собой невидный, на лицо немножко прищеватый, и стеклышки опять же, и при мундире с пуговицами. Точно при мундире? Не путаешь? Это без путает, а я всю правду говорю, я хорошо его рассмотрел. Надо ехать к свидетелям, к той девице и ее служанке. Глава вторая, повествующая о губительной силе красоты. Вы из-за того молодого человека, который в себя стрелял? О, вы не поверите, это был кошмар. Весна, чудесный день, все в цветочках. Фуль, это же прекрасно. Папенька позволил поехать с ним. Ой. Воспитанные баронессы не бегают, а ходят. Особенно если им целых 17 лет. Так у вас будет время на то, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться. Ну, здравствуйте, сударь. Здравствуйте. Коллежский регистратор Фондорин Раст Петрович. Управление сыскной полиции. Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия. Ой, как интересно.
Фрейлин Фуль, а можно я останусь? Я со своей стороны в интересах следствия, но тоже... Я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы. О, порядок есть порядок. Можете оставаться, мисс Лисхен. А вы уже можете задавать свои вопросы. Ну что ж, опишите, пожалуйста, того господина подробнее. Было ли у него пенсне и не показалось ли вам, что он сутул? Не выдавало ли что-нибудь в его облике студента? Зудулой пенсне и скубент? Там был один такой господин, он был очень сутул. Такое бывает, когда детей не учат правильно сидеть. Правильно сидеть – это очень важно. Мои воспитанницы всегда сидят правильно. Посмотрите на фрейлин баронессу. Очень красиво. Спустя 2 часа – Московский императорский университет. Не прикажете извозчика, Николай Степанович? Я засиделся, пожалуй, пройдусь. А кто это? Ну как это? Ахтырцев Николай Степанович. Первейший богач княжеских кровей. Ну конечно, Ахтырцев. Тот самый душеприказчик. Нужно привлечь его внимание. А заодно и узнаем, какое отношение к делу имеет эта особа. Эй, господин, постойте. Кажется, вы обронили. Амалия, не может быть. А откуда это у вас? А вам уже какая разница? Мне? Ах, змея! Она и вам голову морочит. Едемте к ней. Отлично! Это уже совсем другое дело. Смотрите, кого я к вам привел. Отпираться бессмысленно. Вы подарили ему свою карточку. Как он с вами разговаривает? Амелия, позвольте! Позвольте мне отправить этого щенка куда-нибудь подальше! Когда мне понадобится ваше заступничество, Ипполит Александрович, я вас непременно об этом извещу. Что это за человек? Что за карточка у него? Да что за тайны, черт побери! Господа, будьте вдвоем. Мне нужно поговорить с этим юношей. Кто вы? Фондорин Ирас Петрович. Откуда у вас карточка? Вопрос за вопрос. Отчего застрелился Кокорин и при чем здесь леди Эстер? Тебе не нравится мой тон, щенок? Поди вон, и чтобы ноги твоей здесь не было, пока не протрезвеешь. Ираст Петрович, вы здесь один на человека похожи. Уведите его, да не бросайте, а после договорим. Вы меня верно трусом считаете, что я графа на дуэль не вызвал? Ведь он нарочно провоцировал. Это поди она его подговорила. О, это такая женщина. Вы ее не знаете. Я из-за нее чуть человека не убил. Что? Что слышали? Пойдемте куда-нибудь посидим, я вам все расскажу. По-честному убил, на дуэли. У нас такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не снилось. А этот Ипполит ей что? Граф Зуров, точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. Ему человека убить, что муху раздавить? Он с 20 шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? А у нас с Пьером все без обмана было. Кокорин однокурсник мой. Мы оба к Амалии ходили. И завещание тоже оба написали. Оба? Да, оба. Довольно она с нами натешилась. Надоели вы мне. Хоть бы поубивали друг друга, что ли. Я убью, если за это награда от вас будет. И я за награду убью. Решено. Будете стреляться. Да не на дуэли, а то скандалов не оберешься. Жребий бросьте. Кому выпадет, пусть застрелится. И записку пусть напишет, чтобы не подумали, будто из-за меня. А деньги мне ваши совсем не нужны. Лучше отдайте их на какое-нибудь благое дело. Ладно, оставлю все свое состояние баронессе Эстер и приюту. 13-го затеяли стреляться. У каждого в кармане револьвер с одним патроном в барабане. Первому по жребию мне выпало. Никогда не забуду тот щелчок. Потом его черед настал. Возле Александровского хотел остановить его, послать все к черту. Но мыслишка возникла подлая. Пусть еще раз барабан повертит. Позвольте огоньком одолжиться. Азазель! Глава 3, в которой появляется человек будущего.
Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам так долго не заглядывал. Сначала Амалию вашу разыскивали, как сквозь землю провалилась. А после такое началось. Ахтырцев этот ваш, оказывается, канцлеру родной племянник. Да что вы! На расследование из Петербурга прибыл чиновник особых поручений, статский советник Брилин. А в кабинете, где ваш стол стоял, теперь телеграфный аппарат. О как! А как же я? Вами Бриллинг особенно интересуется. Допросить хотела. Я поэтому и предупредить приехал. Вы не тушуйтесь. За смерть Ахтырцева на вас вины нет. А может, я лучше сам пойду в управление? Да, выдать меня хотите, что я к вам приезжал? Лежите уж. Он ваш адрес записал. Сегодня непременно будет. Так я вижу, представляться мне не надо. Основное про меня вы уже знаете. Про телеграф Грушин наябедничал? Ваша хозяйка назвала меня превосходительством, а я таковым не являюсь. Это раз. Никому, кроме Грушина, о намерении навестить вас я не говорил. Это два. Но телеграф произвел в управлении настоящий фурор, и не сказать о нем Грушин просто не мог. Это три. Не пугайтесь, это дедуктивный метод. Восстановление общей картины по некоторым деталям. Индийское дыхание? Как это? Это для духа полезно, ваше высокородие. Если наловчиться, то можно по 2 минуты не дышать. Понятно. Зовите меня просто, шеф. Ибо работать будем вместе. Я читал ваше донесение. Толково, наблюдательно, результативно. Почему сочли необходимым надеть защитный корсет? Браво. Я распоряжусь, чтобы закупили партию для всех наших агентов. Какая марка? Лорд Байрон. И еще. Скажите мне, когда бы вы могли приступить к работе? У меня на вас особые виды. Ой, да хоть завтра. Сбегаю утром, сниму швы и можете мной располагать. Знакомая декорация. Сам так жил. Я ведь вроде вас в раннем возрасте остался без родителей. Жалование согласно табеля? Я распоряжусь, чтобы вам выделили 500 рублей премиальных. Итак, до завтра. Приходите, будем работать с версиями. Arrivederci. О, входите, Фандорин, не топчитесь на пороге. Жаль, к совещанию не успели. Мы обсуждали возможный смысл слова «Азазель». Так я не ослышался? Азазель — это падший ангел. Он научил людей всякой дряни. Мужчин владеть оружием, а женщин красить лицо и делать аборты. Но что это может значить, шеф? А кто его знает? Извольте взглянуть сюда. Эти кружки — 4 версии. Первое. Убийца действовал в одиночку. И вы с Ахтырцевым стали случайными жертвами. Второй кружок – Амалия Бежецкая. Вероятно, авантюристка. Опять же, бегство. Она, безусловно, подозрительна. Самые серьезные подозрения у меня вызывает граф Зуров. Любовник Бежецкой. Игрок. Сумасброд. Мотив – возможно, ревность. Но я же озабочусь этой версией. Нигилистическая организация. Демон – вполне себе символ революционный. Ахтырцев – близкий родственник канцлера. Террор против правящего класса может стать массовым. Стало быть, 4 версии? Я что-то упускаю? Говорите, говорите. Я в работе чинов не признаю. Леди Эстер. Она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особа, но... Ведь миллионное завещание. Куи продаст. То есть, ищи, кому выгодно. Мерси за перевод. Замечание справедливое. Но из рассказа Ахтырцева ясно, что имя баронессы возникло случайно. Впрочем, формально вы правы. Наведаетесь к баронессе, расспросите ее, о чем сочтете нужным. А когда вернетесь поумневшим, займемся делом. Вы из криминальной полиции? Должно быть интересное занятие. Кто ваша батюшка и матушка? Они умерли, миледи. Бедный мальчик. Вот уже 40 лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь. Это самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив. Мои педагоги пытливо и трепетно прощупывают душевное устройство каждого питомца, отыскивая в нем Божью искру. Мы даем в руки детям молот, символ созидания, меч, чтобы они могли постоять за себя, и зеркало, чтобы они умели трезво себя оценивать. Миледи? Позвольте представить, Джеральд Каннингем, моя правая рука, возглавляет весь российский филиал. Прошу извините, но прибыла важная инспекция.
У вас есть ко мне какие-то вопросы? Ничего важного, миледи. Совсем ничего. Ну что, поймали злодейку с поличным? Дайте угадаю. Про Кокорина миледи в жизни не слыхивала. Про Бежецкую тем паче. А весть о завещании самоубийцы ее ужасно расстроила. Ладно, Фандорин, к делу. Вас ожидает увлекательная ночь. Итак, ваша задача — граф Зуров. Попасть к нему в дом легко. Там что-то вроде игорного притона. Поболтайтесь там, присмотритесь, помозольте глаза Зурову. Только осторожно. Играет он нечисто, и на его счету десяток дуэлей. Вы, Фандорин, в карты играете? Нет, совсем не играю. Папенька много играл, а мне запрещал. Я понял. Что старше, валет или дама? Ну, дама выглядит моложе, хотя по дамам не сразу поймешь. Так и быть. Получите в кассе 200 рублей на проигрыш. У графа играют в штос. Я вас четверть часа научу. Тот, кто сдает карты, называется банкомет. Второй игрок – понтер. Понтер берет из своей колоды карту и кладет себе рубашкой кверху. Банкомет мечет карту, то есть кладет ее одну направо. Она называется лоб, другую налево – это сонник. Теперь понтер открывает... Глава четвертая, в которой не кстати вылезает пиковый валет. Граф, вас снова прокатили! Сдавайте, сдавайте! Карта не лошадь! К утру повезет! На весь! Это же третий последний, верно? Как карта налево-то называется? Вот это лоб, а вторая... Ой, я выиграл! Господа, я совсем выиграл! Мыляться не сметь! Сорвали куш, так ведите себя достойно! Граф, но это уже чересчур! Я, кажется, не убегаю. Если кто-то чувствует себя оскорбленным, готов соответствовать. Вы бесчестный негодяй! Вы просто платить не желаете! Я вас вызываю! На публике геройствуете? Посмотрим, как под дулом попляшете. Завтра утром на 20 шагах с барьерами. Что молчите? Как вас там? Фандорин Эраст Петрович. Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам стреляете. Так давайте с вами по-другому поступим. Бросим жребий. Кому выпадет, тот пойдет во двор, да застрелится. А господа слово чести дадут, что все в тайне останется. А мальчишка-то молодцом держится. Жан, револьвер. Свежую колоду и бутылку шампанского. Правила простые. Кто первый вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в лоб. Сначала так и быть себе. Сия Венера вечно на меня спасает. Ваш черед, Фандорин. Тяните, тяните. О, сия Момус. То есть, дурачок. Ну что, выпьете шампанского? Или сразу стреляться во двор? Я прям здесь. А ваш лавкач пусть потом полы помоет. Что ж обо мне Бриллинг подумает? Ну будет, Фандорин. А вы молодчага. И стрелялись-то без куражу, без истерики. Хорошее поколение подрастает, да, господа? Жан-то каков? За минуту все иголки вынул. Ну не ловок ли, Фандорин, скажи? Жан, разлей шампанского. Мы с господином Фандориным на брудершафт выпьем. Пойдем, Эраст Роттердамский, посидим у меня, выпьем коньяку. Эразм. Что? Эразм? Извини, не дослышал. Идем, Эразм, надоели мне эти рожи. Ты прости меня, скотину, за шутку. Скучно мне, Эразм. Когда жребий тянули, даже сам подумал, не застрелиться ли. Ну что молчишь? Ну что мне сделать, чтоб ты меня простил, Эразм? Расскажи мне про Бежецкую. Послушай доброго совета. Выкинь ее из головы. Забудь про нее. Ты еще сосунок, она тебя в омут утащит. Ты любишь ее? Я ее боюсь больше, чем люблю. Да и не любовь это вовсе. Она как опиум, не отпускает она меня. Я даже рад, что она уехала. Ей-богу. А где она? Да. Если мотылька на свечку манит... Держи, пришло по городской почте из Лондона. Вынуждена уехать, не попрощавшись. Пиши в Лондон. Фандорин. Я вами очень доволен. Во-первых, совершенно ясно, что Зуров к убийству не причастен, иначе он не дал бы вам конверт. А во-вторых, вы сильно продвинулись по версии Бежецкой. Теперь мы знаем, где искать эту даму. Пока же я намерен подключить вас к версии 4. Нигилистическая организация. А Бежецкая может и подождать. Пошлем запрос англичанам. Не может она обождать! Бежецкая скрылась в Лондон, это раз. Белоглазый, что Ахтырцева убил, с акцентом говорил, это два.
А теперь три. Леди Эстер тоже англичанка. Наследство Кокорина ей достанется. У Кокорина судостроительный завод в Либаве, а у Ахтырцева нефтяной прииск в Баку. В любом случае англичанам что-нибудь достанется. Скорее всего, чушь. Однако в одном вы правы. К англичанам обращаться не будем. Бог с вами. Езжайте в Лондон. Инструкции не навязываю. Верю в вашу интуицию. Дам в посольстве одного человечка. Пыжов фамилия. Разносторонних талантов господин. Прибудете сразу к нему. Глава 5, в которой фигурирует синий портфель. Эх, была не была. Скажите, любезный, не останавливалась ли здесь некая мисс Ольсон? О, нет, милорд, леди с таким именем у нас не живет и не жила. Однако упомянутое вашей светлостью имя мне вполне знакомо. На имя этой особы нам поступает почта. Каждый день в 10 часов мистер Морбит приходит и забирает письма. Каждый вечер в 10? Зато эгоисткой. Так это наверняка он. Да, мэм, ни малейших сомнений. Описание совпало в точности. Однако его нельзя недооценивать, Джон. Мальчик из породы счастливчиков. Они непредсказуемы и очень опасны. Пустяки, мэм. Съездим с Францем и покончим разом. Письма есть? Сегодня целых 3, мэм. Хорошо, Джон. Можете идти спать. Госпожа Бежецкая, один звук, и я вас застрелю. Не ждали? Что в письмах? О, юный брюнет. Выследил? Смелый задиристый дурачок. И если вы задумали меня соблазнять... Бедный мальчик, который даже не понимает, во что ввязался. Что же мне с вами делать? Господи, убила! Что же теперь? Куда теперь? Полиция будет искать эти... Так, за портфель они землю перевернут. Затаится. Господи, Иван Францевич, что же делать? Что же делать? Зуров? А в портфеле у нас 45 писем из разных стран, пришедших в июне месяце. И желтый конверт со странным списком. Почерк Бежецкой. Выходит, она зачем-то регистрировала поступающие сведения. И отправляла в Петербург какому-то Николасу Кроугу. Шеф говорил, нигилистическая организация. Такие люди невозможно. Думай, Фандорин, думай! Ну, конечно! Это не террористы, это будущие жертвы террора, обреченные на смерть. А главный штаб в России, в Петербурге. Нужно предупредить шефа, а портфель сюда спрячу. Ну, где же этот чертов Пыжов? Неужели не получил письма? Ну вот и я, милый отрок. Порфирий Мартынов, сын Пыжов, господний раб и губернский секретарь. А как вы дверь открыли? А вот-с. Магнитная отмычка. Удобнейшая вещица. Позаимствовал у одного Татти из местных. Я Эраст Петрович Фандорин от господина Бриллинга по очень важному делу. А я про вас от господина Бриллинга депешку-то получил. Просил передать, что вернулся в Петербург и ожидает вас у себя на Катенинской. А портфель велел направить дипломатической почтой. Так оно обстоятельней получится. Нет, я сам портфель спрятал в надежном тайнике. Я за него головой отвечаю. Вы лучше помогите границу пересечь. Что ж, в тайнике, конечно же, надежнее. Вы, дружочек, пока отдохните. Влада сна требует. А у меня старика все равно бессонница. Так я пока мест приготовлениями займусь. Глава 6, в которой описана очень длинная ночь. Пусти меня, Эраст. Мне холодно. Ты убил красоту. Нет,
Галлюцинации! Сейчас, сейчас исчезнет! Где мой портфель? Я за него не продала. Не отдам! Портфель под ним в кресле. Какая гадость этот фосфор. И главное, весь маскарад ни к чему. Тоже мне тайник. Так это был спектакль? Браво, вы великая актриса. Вы двое как управитесь. Вернитесь сюда и все приберите. Да я еще веревочкой перехвачу. Давай к шестому пирсу. Там глубже и течение. Не годится живого человека, словно щенка в воду. Перережь его своим ножиком. Очумел. Я, между прочим, своим ножом колбасу режу. Давай я ему хоть петельку на шею накину. Да пошел ты со своими нежностями. Ну извини, парень. Видно, такая твоя судьба. Азазель! Ох, обойдется мне эта прогулочка приступом ревматизма. И поужинать-то не успел. Сказано собирать вещи и в путь. А зачем? Ведь обошлось. Она знает зачем. Это точно. Она никогда не ошибается. Я ради нее что хочешь сделаю. Хватит болтать. Пора. Аминь, чудесный вино. И что вам на дне-то не лежалось? Ах ты, Искариот. Продал отчизну за 30 серебряников. Зря вы меня обижаете, дружочек. Не на 30 сиклей я польстился, на сумму гораздо более серьезную. А вас, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? Вы, мой Яхонтова, не тревожьтесь. Пожав свое дело знает. Хлоп, и готово. Вместо красноличика — краснокашица. Разум! Ты чего свалился? Я тебя задел? Давай руку! Зуров, ну зачем? Непременно хотите меня сами прикончить? Вам премию за меня обещал ваш Азазель. Кончай бредить, Фандорин! Какой Азазель? Это я, Эполит Зуров. Он ведь разом убить тебя хотел. А я, между прочим, жизнь тебе спас. Ты это понял? Понял. Думаешь, я спроста тебе адрес Амалии дал? Нет, Фандорин, тут целая психология, подумал я. Пусть она его изводит, а меня в покое оставит. Отдал адрес. И тут взяла меня хандра. Все вижу, как ты с Амалией милуешься. Не вынес, сорвался в Лондон. Первым делом в гостиницу. Портье бестия. Пришлось поселиться в этом клоповнике. Живу, значит. На четвертый день ты объявился. И же, думаю, петушок хвост распустил. Вечером появляется Морбит. Ты за ним. Я за тобой. Когда ты к ней в окно полез, у меня внутри будто вулкан заклокотал. Вдруг свет погас, выстрел. Эх, думаю, дошутилась. Застрелил ее разум, горячая голова. И так тоскливо стало на душе. Я ж сам хотел это сделать. Потом чудное началось. Выяснилось, что Амалия жива. Она так вопила, на слуг ругалась, ух! А это твой покойник? Два раза приезжал. А ночью собрались они в поход. Ну и я зацепился. Заехали в такую тьму таракань, ух! Вдруг дверца кареты распахнулась и увидел я такое! Мороз по коже. Не сразу сообразил, что Амалия. Вскоре выводит какой-то мешок на ножках. И тут как стукнуло. Уж не разма ли топить потащили? Стоял вот за тем углом. Выстрел до гагов. 40 шагов точно в темечко. Да еще и освещение учти. Положил не с 40. Как не с 40? Да ты посчитай. Эх, сегодня по-здешнему 30 июня. Да сегодня Амалия подведет черту под своей юнской бухгалтерией. Пока зашифрует. И значит пакет уйдет в Петербург только завтра. Стоп! Раз Бежецкая жива, значит полиция меня не ищет. Самому опередить почту. На поезд, нынче же. Фандорин, постой! Как ты советуешь, убить нее или увезти? Пожалуй, все-таки пристрелю. Глава 7, в которой описаны события, случившиеся 25 июня. Николасу Крогу из Лондона. Не может быть! Каннинген – предводитель Азазеля? Но я знаю этого господина. Мы состоим в одном клубе. Не могу представить, чтобы он был связан с нигилистами.
и убивал действительных статских советников. Это я сначала думал, что в списках имена будущих жертв, но дата-то проставлена прошедшая. Нет, тут другое. Что другое? Я думаю, это список членов мощной международной организации. И центральная фигура — Джеральд Каннингем. Вы только представьте себе размах. Какие люди! Ну а я придумал, как Азазель зацепить. И каким же образом? А как же действительный статский советник, произведенный в этот чин 7 июня? Проверить высочайшие приказы по производству за первую декаду июня? Браво, Фандорин. Говорите, все добытые сведения отправили в московское сыскное? Да, шеф. Это разумно. Что будем делать, шеф? Ладно, Фандорин, беру все на себя. Нужно брать Каннингема немедленно, с пакетом. Шеф, что это? Разговорное устройство Белла. Пока единственная линия в России между моей квартирой и канцелярией шефа жандармов. Срочно выезжайте снарядом на Аптекарский остров! Аптекарский! Флигель Эстерната! Эстерната! Быстрее! И еще находятся люди, осуждающие технический прогресс. О прогрессе потолкуем по дороге! Марш, марш! У вас есть оружие? Да. Дрянь, отдайте. Вот новинка, бельгийский семизарядный гистраль. Вместо курка тут предохранитель. Вот эта кнопочка довольно тугая. Шеф, мы дождемся жандармов или сразу пойдем? Сразу. Шеф, мы ведь должны взять его живым, да? Да. Шеф, почему он назвал свою организацию Азазель? Отстаньте, Фандорин. Вот, кстати, его дом. Говорю я, вы помалкивайте и будьте готовы к любым сюрпризам. Бриллинг, what is happening? Идемте в кабинет, это очень важно. Why is that policeman here? Да, вы правы, он полицейский. А через минуту-другую здесь будет очень много полицейских. Господи, шеф, зачем? Вы слишком хороший сыщик, и поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить. О чем я искренне сожалею. И не размахивайте этой пуколкой, он не заряжен. Хоть бы в барабан заглянули. Нельзя быть таким доверчивым, черт бы вас побрал. Верить можно, только себе. А вот этот отличным образом заряжен. Этот я вложу в руку Каннингема, и получится, что вы друг друга прикончили. Шеф, это же я, Фандорин, господин статский советник. Действительный статский советник. Гистраль снимает с предохранителя. Без этого не выстрелишь. Произведен высочайшим указом от 7 июня. Предохранитель тугой. Вы отстали от жизни, Фандорин. Это полсекунды. Никак не успеть. Не смотрите на меня так, проклятый щенок. Глава 8, в которой повествование поворачивает совсем в иную сторону. Ну что, Фандорин, долго еще? Сейчас, ваше превосходительство, сейчас. Еще 5 записей осталось. Я ведь предупреждал, что список будет зашифрован. Видите, какой шифр хитрый? Половина букв не разгадана. Вспомнил! У Бежецки был в списке какой-то командор. Надо полагать, это он. Азазель, Азазель! Что еще за Азазель на нашу голову? Ведь получается, мы ничего о нем не знаем. И расследованию Бриллинга грош цена. Проклятие! Где результаты? Белозеров! Ваше высокопревосходительство, весь дом прочесали, каждую стенку простукали, результатов никаких. Тут явно есть какая-то глобальная цель, даже если сам Бриллинг... Я тут подумал, зацепок, конечно, немного, но кое-что есть. Из этого списка можно вычислить по меньшей мере 5. Смотрите, английского баронета, американского сенатора... Дайте еще... сюда немедленно! Распоряжусь, чтобы в соответствующие посольства направили шифровки. Теперь это наша единственная надежда. Ваше высокопревосходительство, мне бы в Москву съездить. Зачем? Хотелось бы потолковать с леди Эстер. Она сама, будучи особой не столько земной, сколько небесной, конечно, не была посвящена в суть истинной деятельности Каннингема, но знает этого господина с детства. Вдруг еще какая-нибудь зацепка? Что ж, дело. А сейчас отправляйтесь спать, а завтра вечерним поездом в Москву. К тому времени поступят первые шифровки из посольств. С Богом, Фандорин. Я на вас надеюсь. Получен ответ из 3 посольств. Джон Добс, председатель Сенатского комитета, вице-адмирал французского флота и турок Анвар Эфенди, серый кардинал у Медхат-Паши. И все они темного происхождения. Неизвестно откуда берутся, но давай карабкаться наверх.
И Бриллинг то же самое, без рода и без племени. Ну конечно, они все питомцы эстернатов. В каждом взлелеен особый талант. Ваф превосходительство, к станции подъезжаем. Не угодно ли новки размять? Папа, смотри, это тот господин из полиции. Ну тот, который нас с Фрейлин Фуль допрашивал. Я после того вашего прихода представляла себе всякое. И так у меня красиво получалось, только жалостливо. Это из-за бедной Лизы. Лиза и Эраст, помните? Лежу я в гробу, прекрасная и бледная, все в окружении белых роз. А вы рыдаете, и папенька с маменькой рыдают. И Эмма сморкается. Смешно, правда? Просто чудо, что мы встретились. Какое же это чудо? Это перст судьбы. Бедный Джеральд, какая потеря для моих эстернатов. Со своими способностями он бы мог стать генерал-губернатором. Но он решил остаться у меня и заняться воспитательной деятельностью. А еще тем самым получил возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы. Сколько выпускников вышло из стен эстерната? 5804 человека. Я помню каждого из них. Мои мальчики и девочки сделали мир лучше. Но многие из них члены Азазеля. Почему они так себя называют? Женщины должны уметь пользоваться своим главным оружием, красотой. Для этого необходима косметика и зеркало. Так, меч, молот, зеркало. Так это не Каннингем. Это были вы! Вы! Глава 9. Который убедительнейшим образом доказывается важность правильного дыхания. Эндрю, поскорее приведи профессора Бланка и пусть захватит хлороформ. Я просто хотела спасти бедных обездоленных детенышей, но мои силы были крупицей песка в пустыне. Вы использовали педагогическую теорию для создания всемирного заговора? Я спасла одного ребенка, а свирепый молох общества перемаливал 1000 маленьких человеков. Я поняла, что Господь дал мне силы на большее. Я могу спасти не горстку сирот, я могу спасти все человечество. И это моя миссия. Каждый из моих детей принесет неоценимую пользу. А на деньги Кокорина Ахтирцева я возвращу 1000 светлых умов. Это серьезно, миледи? Милли Гепхард, вот случай поверить в вашу теорию воздействия электрического тока на стирание памяти. Прощайте, мой бедный мальчик. Индийское дыхание? Как это? Это для духа полезно, ваше высокородие. Если наловчиться, то можно по 2 минуты не дышать. Ну что, он готов? Можно приступать к эксперименту. У меня не было времени все рассчитать. Если заряд будет слишком сильным, он может навсегда остаться идиотом. Мы не можем рисковать. Пускайте заряд посильнее. А я ухожу. Не хочу это видеть. Эндрю, ты пойдешь со мной? Нужно принять меры предосторожности. Нашего друга скоро хватится. Зато если удастся стереть память, это будет великий научный эксперимент. Ну, Майнхер, пожелаем друг другу удачи. Держи его! Сударь, не убивайте! Я не по своей воле! Я в Христа Бога верую! Где она? Покажу! Только жизни не лишайте! Мне здесь скоро подойдет! Подойдите, мой мальчик, я вас жду. Подойдите, я хочу рассмотреть ваше лицо. Это лицо судьбы. Камешек, о котором мне суждено было споткнуться. Что с Гепхардом? Неужели вы его убили? Еще одним газазелем стало меньше. Почему вы их так называете? Сказано в книге Еноха. Азазель проникся любовью к людям и открыл им тайны, узнанные на небесах. Вы думаете, что сражаетесь с силами зла, а на самом деле вы нанесли человечеству огромный вред. Но ничего, Азазель жив, и он доведет мое дело до конца. Это и есть картотека Азазеля? Отдайте! Что это? Это бомба, и через 1.5 минуты грянет взрыв. Мне не страшно умирать, я успела сделать очень много. Мое дело продолжится, и меня еще вспомнят добрым словом.
Миледи, я не хочу умирать. Я молод, я влюблен. Пообещайте, что не попытаетесь вынести отсюда картотеку и что не станете вредить моим детям. Клянусь. Остановить механизм нельзя, но я могу открыть дверь. Живите. И помните о клятве. Глава 10, в которой герой прощается с юностью. Ловок Александр Аполлодорович, ловок. Взять еще мальчишка, а какую карьеру делает? Говорят, в Петербурге его на собственную свадьбу отпустили всего на 2 дня. Я слышал, он причастен к расследованию какого-то международного заговора. Однако где же молодые? Пора бы всполоснуть горло. Я так и не разглядела, кто из молодых первым ступил на ковер перед аналоем. Прелестная пара, просто прелестная. Я бесчестный человек, я нарушил слово чести, но не нарочно. Я не сумел помешать. Все эстернаты решено закрыть, а детей разобрали по приютам. А некоторых просто выставили на улицу. И получается, во всем этом виноват я. О чем ты, милый? Я знаю, ты не можешь делать ничего бесчестного. Раст, извини, друг мой, но к тебе фельдъегерь из Петербурга по срочному делу. Срочная секретная бандероль для господина чиновника особых поручений. Тут еще пакет, который вам, вероятно, все объяснит. Ну что там? Наверняка высочайшее поздравление. 7, 6, 5, 4. Гони! Азазель. 2, 1. Стой! Эраст? Лиза! My sweet boy, this is a truly glorious day. По Тверскому бульвару шел щегольски одетый, но ужасно неряшливый молодой человек. Но внимание встречных, и особенно дам, привлекало интригующую особенность его физиономии. При очевидной молодости у прожигателя жизни были совершенно белые, будто примороженные инеем виски. Thank you.